Ад и потоп. Мир до потопа. Две картины на тему всемирного потопа и ада, на оборотной стороне которых изображены четыре сцены, не совсем понятные по содержанию. Это две очень плохо сохранившиеся двусторонние доски, боковые столки не сохранившегося алтаря, триптиха, и предположительно утерянного триптиха «Страшный суд». Возможно, этот алтарь носил название в переводе звучащего так, как это было во времена Ноя. Лучше всего сохранилась створка «Ноев ковчег». Створки выполнены в средневековой грязалевой монохромной технике с обоих сторон. Картина появилась, очевидно, до 1514 года. Как свидетельствует дендрохронологический анализ, сама деревянная панель, на которой выполнен рисунок, датируется 1491 годом. Обычно называют сроки от 1508 года до 1514 года, реже до 1516 года. Однако никто не сомневается в подлинности работы. Не исключено, что алтарь был приобретен в январе 1595 года губернатором Южных Нидерландов, эрцгерцогом австрийским Эрнстом. Две створки небольшого размера были обнаружены затем только в 1927 году арт-дилером Битцем в коллекции маркиза Челедеса в Мадриде. В 1929 году он продал их семье Кёнига из Гарлема. В 1935 году по 1940 год створки экспонировались в музее Байманса в Роттердаме с разрешения владельца. В 1940 году они были куплены Ван Бёнингеном и позже отошли в фонд одноименного музея. Дату предполагаемого всемирного потопа современные босху-астрологи определили еще в 1499 году, 25 февраля 1524 года. Именно тогда мир должен будет погибнуть. Босх умер за 8 лет до объявленной даты, но в пророчество это он, как и все люди его времени, верил. На лицевых сторонах сохранившихся створок изображена высадка Ноя на горе Арарат и низвержение ангелов. На оборотных сторонах досок изображены по две сцены, всего четыре, вписанные в тондо, медальоны. Единственное специально посвященное им исследование принадлежит Ирме Витрок. Она пришла к выводу, что Босх в этих сценах дословно изобразил ряд средневековых назидательных рассказов. Источником рассказа об изгнании бесов может быть град Божий блаженного Августина. Сцена, которую связывают с притчей о сеятеле, сцена, в которой три демона нападают на человека, вероятно, заимствована из проповедей Перегрина Доминиканца. В четвертом тондо, возможно, показано торжество Христа над силами зла. Другой исследователь, Ян Мосманс, предлагал считать все четыре тондо эпизодами из жизни святого Иеронима. Левая створка Ноев ковчег на горе Арарат. Прекрасно видно судно с четырьмя парами людей на борту. Ной, три его сына. Сим, Хам и Афет. Их жены. Это и есть Ноев ковчег, остановившийся на горах Араратских. С него попарно вереницей выходят спасшиеся твари земные и небесные, а вокруг валяются трупы людей и животных, утонувших во время потопа. Правая створка – низвержение восставших ангелов. Парную створку, на которой изображены летающие и обитающие на земле демоны, трактовали либо как ад, либо как мир до потопа. Существенно, что в этих сценах нет грешников, мучимых демонами. Низвергнутые ангелы, превратившиеся в монстров, мягко приземляются в какой-то дикой пустыне,
Здесь изображен скорее не ад, а зло, присущее человеческой натуре, и мир, деградировавший из-за порочности и греховности человечества. Скорее всего, это не ад, а мир до потопа. Левая створка – бесы, осаждающие человечество. На оборотной стороне створок бесы осаждают человечество. Они завладевают крестьянским хозяйством, изгоняют его обитателей. В верхней части женщина ускользает из дома после нападения демонов и видит рецепт спасения. И в виде человека, который стоит на коленях и молится. Ниже обезумевшие демоны забрасывают мирного пахаря с коня. Правая створка – бесы, осаждающие человечество. На правой панели полуобнаженный человек жестоко избит тремя демонами. Ниже человек, похожий на того же персонажа, благословляется Иисусом. Это путь спасения от всего этого – через Иисуса. Пострадавший преклоняет колено перед Иисусом, а другой на заднем плане уже получает белые одежды из рук ангела и готовится войти в рай.